Активисты Одинцовского местного отделения партии «Единая Россия» приняли участие в выездном рейде по выявлению незаконно выброшенного мусора. Инспекцию проводили представители Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами, сотрудники Госатомтехнадзора и управляющих компаний. Участники рейда посетили проблемную площадку на фасадной улице в лесном городке. Жители окрестных домов жалуются как на мусорный перегруз зоны, так и на то, что возле нее появляются крупные бытовые отходы. Решение ситуации партийцы взяли на особый контроль в рамках проекта «Чистая страна».